Друзья мои, всем привет, мои дорогие. Пришла на набережную. Туалета и раздевалки нет. Душев нет. Куда все подевалось? Пляж, посмотрите, море как пришло. Очень близко. Смотрю, что купаются вон женщина с красными волосами. Двое мужчин. Открыли сезон. Меня это расстроило. Куда делся душ? Мне кажется, поставят лучше еще. И туалет поставят лучше, и души установят более качественнее, красивее. А я на набережной, мои дорогие. Погода замечательная. Просто чудесная погода. Как тепло, даже жарко. Пришлось раздеться мне, мои дорогие. Сегодня суббота. Получилось у меня попозже сделать йогу. Мы в субботу делаем 8 часов. Все планы сдвинулись. Сегодня я жду гостей. После 7 часов на ужин. Мы будем жарить канаты. Я уже приготовила хумус. Это из нута. Такая вкусная закуска. Салат оливье сделаю. Много чего не буду. Картошечку пожарю и встретим первый день Рамадана. Так что вот так вот, друзья мои. Я уже возвращаюсь. Вы знаете, что взяла? Цветочек украла. Цветы, говорят, надо воровать. Они так лучше растут. Ну вот чуть-чуть отломала один, там два листика. Посажу. Красненьких таких у меня нет. Очень много людей на пикник вышли сегодня. Так тепло уже, классно, боже. Мы всегда чем-то в жизни недовольны. То недовольны холодами, то сейчас жарой каждый будет жаловаться. Жарко, жарко, жарко. Нам не угодишь, людям. А что она там делает, интересно? Что она там делает? Интересно. Что-то спрятала. Интересно. Такие деревья красивые. Ухоженные все. Ну что вы, друзья мои, пошла я возвращаться домой. Покажу вам сейчас, сколько людей на набережной. Пикник. Приятного всем аппетита. Друзья мои, с праздником вас, Рамазаном. Мы тоже подготовились, ждем гостей на ужин. Приготовила вот такой вот салатик. Ашкем, поздравь, кутла. Кутлюрум. Хэппи мусульманы, кутлюрум. Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ederim aşkım. Также я нажарила канатиков, курочку. Здесь у меня картофель фри, чтобы не остыло. Приготовила такой красивый салат. Здесь жарится вторая порция. А это мерджик. Вот так будем сегодня кушать. Самое главное, сейчас я вам покажу пиде. Идея. Сейчас я его попробую сама. Приятного всем аппетита и с праздником, дорогие мусульманы. Мои гости не пришли, друзья мои. Только выходят с дома. Они здесь рядом живут. Смотрите, как у соседей. Сейчас я вам покажу. Сюда сяду поближе. Видите? Такой яркий свет включили. И у нас сейчас ждем гостей, не дождемся. Все готово у меня. Снимать я их не буду, потому что так не положено. Только можно соседей снять, которые не видят. Еще раз праздником, дорогие мусульмане. Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Ата. И Эндер Ата. Мы шли погулять, смотрим
До нас дошли слухи, что где-то здесь открыли дискотеку, бар. Поэтому мы сейчас вышли со Шкымом посмотреть для себя, где это бар-дискотека. Погода у нас замечательная, как всегда. Гердова, Италия. Гердунма? А, вот, нашли мы. Сейчас я переверну, покажу вам тоже. Бурадада капатмы шашкым. Здесь закрыли. Друзья мои, как много кафе. Мы идем по набережной. Как много кафе закрывают. А вот Италия. А-а-а. И рядом с ним, говорят, диско есть. Посмотрим сейчас. Наверное, здесь. Зора. В такой красоте мы сидим со Шкымом. Романтика у нас, романтика. Сегодня на ужин у нас сарма. Друзья, обратите внимание, сарма не похожа на голубцы вообще. Очень легко, но возиться надо, так что вот такой у нас будет сегодня ужин. Вот такая сарма у меня получилась. Очень красивая. А вкусная какая, друзья мои. Она из булгура, и булгур вместе с рисом. Вот, а также я приготовила вот такой суп. Сейчас покажу вам. А это суп на мясном бульоне. С ноху там. И вот такой вот лапшой. Мой муж как поест, обрадуется сегодняшнему ужину. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.